большая собака его укусила, или что он не шевелится? Сейчас он уже не плачет, потому что девочки его обезболили. Запах жуткий, все гниет, перелом, видимо, старый. Сейчас поедем делать снимок. Вот, такой бубой. Ты такой бубой. Ты почему такой красивый? Козявки на носу. Ой, на глазах. Козявки. Короче, смотрите, вот такой он мизерный. Вот такой. Что за безобразие? Что за бардак ты здесь устроила, а? Игрушку сломала, накакала. Это что такое, а? Ты бубочка моя, ты моя бубочка. Что у тебя здесь происходит в твоей клетке? Ты моя бубосечка, ты моя красотосечка, да? Ты моя красотосечка, эй! Маминя, маминя, ты моя, ну-ка давай вставай, давай, давай, покажи, как ты ходишь у нас на трех лапках, иди, иди сюда, маминя, ну иди, вот, мы так ходим, молодец, молодец, ребенок, молодец. Тебе не понравилось, что ли? Взгляди-ка. Ты как кошка себя ведешь. Ты как кошка себя ведешь, как кошка. Забияка. Сейчас едем в медклинику. Моя девочка. Гуляй, гуляй, моя девочка. Ночь прошла хорошо, не скулила, ничего. Сейчас что нам врач скажет? Откроем карточку, сделаем прививки. Все хорошо, всем спасибо огромное, что ребенок доехал. Юна, гулять. Красавица моя.